Привет всем любителям исторических мелодрам. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Крепостная», третий сезон. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Закончился второй сезон сериала «Крепостная» на СТБ. История Екатерины Вербицкой подходит к завершению, но сюжет еще оставляем место фантазии. Третий сезон «Крепостной» может выйти на СТБ. «Крепостная» получила значительный резонанс и получила признание не только в Украине, но и в Европе и даже в Америке. Так что когда заканчивается второй сезон «Крепостной», все интересно, когда выходит третий сезон «Крепостной». В соцсетях люди обсуждают дату выхода третьего сезона «Крепостной». Их вопросы дошли до руководства СТБ. Новый третий сезон «Крепостной» может скоро выйти на СТБ. Планы на третий сезон сериала «Крепостная» озвучил Дмитрий Троицкий на международном медиафоруме «Киев Медиа Вик». Директор департамента вещания и группы «Starlight Media» Дмитрий Троицкий не исключает создание третьего сезона сериала «Крепостная». Троицкий назвал сериалы сейчас главным полем боя для прайм-тайм многих телеканалов, поэтому СТБ не отказывается от сериала «Крепостная». По словам Дмитрия Троицкого, планируется съемка 21 серии, которые выйдут с 2021 года. Сюжет сериала вполне соответствует. Андрей Жадан не только вызволил Екатерину от фанатиков и безумцев, он помог ей получить волю и позвал замуж. Только вот уже при венчании у Кати кольцо упало на пол, и героям сразу стало понятно, что не все будет ладно в браке. И несчастье не заставило себя долго ждать, это сразу стало вдовольствием. За время второго сезона «Крепостной» к Андрею Жадану очень многие прикипели сердцем. Очень жаль будет его потерять в третьем сезоне. Однако, СТБ не отрицает, что готовит 3-4 сезона «Крепостной». Возможно, съемки даже пройдут в Польше, где сериал получил очень позитивный отклик. Появилась информация о том, что польский телеканал ТВП начал переговоры с каналом СТБ о совместном выпуске новых сезонов «Змеёвых». Напомним, все серии «Крепостной» второго сезона уже вышли на сайте Телепортал. Описание к сериям можно почитать на сайте главы. Ожидайте выхода третьего сезона «Крепостной». Актеры Екатерина Ковальчук, Михаил Гаврилов, Алексей Яровенко, Станислав Баклан, Юрий Аук, Максим Радугин, Ольга Сумская, Алина Коваленко, Марк Дробот, Олеся Жураковская и другие.